Заперли уральцев в зоне, а нижнекамцы наложение проводят. Гол! 1-1. Федотов забивает. Выскочил очень вовремя. Отскочила к нему шайба и в упор расстрелял Василий Кошечкина. Без скорости, на одном голом мастерстве не обыграешь ты такого соперника, как «Нефтехимик». Гол! 3-1. К этому и шло, согласитесь. «Нефтехимик» с большим преимуществом провел второй период и вполне закономерно забросил еще одну шайбу.